Здравствуйте, о погоде на воскресенье 26 февраля расскажу вам я, Кирилл Мешков. Как сообщает Гидрометцентр, по северным районам пасмурно. Возможно усиление порывов ветра до 8 метров в секунду. Несмотря на это, днем тепло. Температура воздуха поднимется до минус 1 градуса, а ночью до минус 16. На юге Бурятии малооблачно, а также порывы ветра до 9 метров в секунду. Синоптики обещают плюсовую температуру. Днем плюс 1 градус тепла, а ночью минус 13. В Улан-Удэ облачно, возможен небольшой снег. Днем минус 2, ночью минус 19. Порывы ветра до 11 метров в секунду. С вами был Кирилл Мешков. Всем пока. Улан-Удэ «Стальмост» приглашает на работу токаря, слесаря по сборке металлоконструкций, сварщика, слесаря по обслуживанию вентиляционных систем, слесаря сантехника, фрезеровщика, сверловщика, наладчика оборудования, машиниста крана, контролера ОТК, инженера. Узнать о вакансиях можно по телефону 505-505 или 8-991-426-87-19. Стань частью нашей команды!